Полубан Марина Янышева, начальник управления образования администрации города Горловка. Сегодня мы отправляем ребят в Донецк. Ребята непростые, это выпускники 11 классов, ребята, которые с честью закончили школу и получают сегодня золотые медали. Таких ребят у нас 32 выпускника. Едут они в Донецк для того, чтобы в Донецке им вручили эти золотые медали. Данное мероприятие организовано Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. Я хочу сказать, что и администрация города, и ребята-депутаты Народного совета нам помогли в организации вывоза ребят.